Город Сигнахи расположен недалеко от Алазанской долины, непосредственно в ней. Здесь, в этом городе, жил в свое время великий Нико Пиросмани. Здесь он работал простым маляром, а после, когда он приобрел большую известность и стал знаменит, он купил себе дом. И именно здесь, в этом городе Сигнахи, он влюбился в певицу, ради которой он продал дом и холсты и купил миллион алых роз. Именно здесь все это и произошло. Алазанская долина, вашему вниманию, друзья. Hey! Hi.